Дорогие друзья, может быть, я ошибаюсь, может быть, мне только одному не совсем нравится вот этот шикарный двухметровый забор вокруг здания железнодорожного вокзала, который построили накануне чемпионата мира по футболу в Саранске. Но мне кажется, все-таки этот забор затмевает красоту железнодорожного вокзала. Конечно, можно говорить о том, что усилена таким образом антитеррористическая защищенность. Но согласитесь, что в нашем городе, мимо которого проходят считанное количество пассажирских поездов, да и троллейбусов особо не видно, номер 5 только ходит, один маршрут здесь, вот эта красота железная, она несколько удручает. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, узнать ваше мнение. Что вы думаете по этому вопросу? Я знаю, что не каждый крупный город в России железнодорожный вокзал имеет такую вот оснащенность. Конечно же, здесь есть специально еще одно здание построено, где происходит досмотр. Те, кто приезжает, уезжает. Но это можно все при желании перенести в здание вокзала, и никто не пострадает от этого. А это шикарное здание использовать, допустим, под кафе или выставочные павильоны какие-то делать, зарабатывать тем самым реальную денежку. Во всяком случае, хотелось бы услышать ваше мнение, дорогие друзья, по этой теме. Нравится ли вам вот этот шикарный или не шикарный забор около железнодорожного вокзала столицы нашей республики?